Около 20 лет я вел свой бизнес в Израиле. Последних 10 лет веду его в Молдове. За эти 10 лет я имел возможность наблюдать за тем, насколько бизнес в Молдове стал более профессиональным, более конкурентным и конкурентоспособным, насколько более грамотно его стали вести, насколько он стал интереснее, но при этом он стал еще и намного более профессиональным. Для того, чтобы успешно начинать свой бизнес или вести свой бизнес, стоит, конечно же, учиться, но стоит еще внимательно услышать и перенять инструменты, которыми работают люди, которые уже добились чего-то на молдавской земле. Именно поэтому я предлагаю вам всем прийти на конференцию «Герои молдавского бизнеса». Здесь вы узнаете много очень интересных советов, получите огромное количество информации, которая поможет вам вести успешный бизнес, адаптированный к нашей стране.